Вот он этот, называем Иосифов дом. Вот к нему я подхожу. Сегодня решили обшить его. Он сколько лет стоял не обшитый. Вот 4 палатки. Это первый в Потеряевке дом был построен. Батюшкин. Вот палатки. И вот все кончилось. Больше досок нет. Вот на той стороне еще есть. А чтобы время не терять, вы начинаете ту сторону обшивать. Также все надвигайте. Николай там с веревкой. Вот сколько уже обшили. Видишь как? Доски есть целые пока. Так давайте 301. Вот какие лестницы. Нет, сначала предварительно. Николай Астахов. Которая не 301. Ну да. Пожалуйста. Вот это вот дальше будет вход. Вот этот, который крайний левый, вот это, смотри. Вот сделать туда лазить. Дверка. Ну вот это маленькая комната. Ну да. Вот это маленькая. Да, маленькая вот эта. Достаточно. Там не надо никаких ничего делать. Обшить только вокруг. И дверку сделать. И сюда уже не будет за... снег заваливать. Вот ее туда и приколоть. А молоток, молоток у нас нет, да? Теперь вот эту вот, вот стенку надо обшивать. Так, сейчас стоишь-то. Чего не хватает? Я разговариваю. Не надо разговаривать. Зараз я работаю, как иди работай. Я вон. Ну иди работай дальше. Сделал. Найди работу себе. Пали. Минуточку дайте передохнуть, дух перевести. Я с вами разговаривать даже не буду. Я знаю, что не будете работать. Ни специальности, ничего нету. Нельзя же жить так. Хочу, ем. Хочу, значит, не работаю. Все бы так делали. Сегодня работаю, а я уже разговариваю. Видишь, сколько работы. Николай Георгиевич Кузьмин. Это Павел. А это вот братовья. Вам нужно пользоваться каждой минутой, которая у вас здесь. У вас семья в жизни не встречал, полностью обуянная злым духом. Дети вчера, главное, сарапал, говорил, не сарапай. И мать помазала там йодом, он как верещал-то. Вот в капкан, когда попадает где-то зверюшек какой-то, это не человеческий голос-то. И ходят, ничего не понимают. Надо молиться день и ночь. Вот так. Сказал пустырник здесь, был набрать его. Надо послушать и людям послать. Не за деньги, а за любовь. Вот сколько пустырника. В Америке и в Японии целая плантация его, медоносная. Несколько раз сильнее действует, чем корень валерьяны. Какие рядом околочки. А тут сразу за ними пруд первый. Называли Матушкин пруд. Вот старое все, что было, развалилось. Вот построили на два места. Туалет здесь. А здесь все рухнуло, сгнило. Вот с этой стороны показать. Хорошие палатки.
Первый дом. Тут мои два скворечника. Тут мы зимовали. Сейчас там никого нет. Так. Все разобрали. Видишь, как он дальше заткнули фанеры и все. Труба, там все-то вокруг нее проволока. Это Иосифа спрашивать надо, что он означает. Видимо, думал, как чтобы не протекало. Вот так.